Женщины вас там прокачивают с утра до ночи. Мне уже пишут, ну вы похвалите наконец уже Эдуарда, ну вот он же так старается. Доделываем домашку и бегом на учебу. Куда ты смотришь? Посмотри на таблицу. Вон 8, 10, 10, 9, 7. Главное не количество, главное качество. Блин! У нас продолжается 7-й день прокачки парикмахера в Сочи. Поехали! Домашнее задание, бумажечки, поехали. Кто-то вот выполняет, сейчас трудится. Так, окей. Кто за Оксану голосовал, смотрите, как ровненько, тоненько. О, походу, сидела она с ножницами вот да, так вот. Конечно, с утра. Я чувствовала, что так она. Но скудненько что-то как-то. А что, не все порезала? В смысле, не все? А вот это вот ресничка такая. Хлоп-хлоп-хлоп-хлоп. Да. Ну как-то мало здесь бумажки. Здесь она просто одна засыпала, нет, пока нет, делала. Нет, она очень устала. Ногу забрал, так нечестно. Ну у меня там есть чуть-чуть. Посмотрите, как сколько окей. Ты все видишь, да, Ваган, где свое? Вот она. Блин! Да ничего нахер они нужны. Смотрите, у нас Эдуард начал выполнять домашку. Красавчик. Мне уже пишут, ну вы похвалите наконец уже Эдуарда. Ну вот он же так старается. Ну реально, молодец. Они должны быть. Полосочку нужно было, чтобы ориентир был, но вижу, что и так ориентировался без полосочки. Специально, я просто по пальцам ориентировался, чтобы как раз пальцы не делать. Так. Те, которые ровнее, это я делал сидя. Те, которые так ниже, я делал стоя. Стоя. Ну и скорость, соответственно. Ага. Ну, много не качественно, не значит качественно. Вы посмотрите, как они усваивают. Молодцы, прям впитывают. Она говорит, главное не количество, главное качество. Это вот сколько я о ней говорю, но я с этим согласен. Ну, самое качественное у нас, ребят, наверное, все-таки у Оксаны. Кто с этим согласен? Да. Да. Потом Ваган, наверное, как вот... Все-таки номер извини, два я. Конечно, но, наверное, все-таки... Ты пролетаешь. Мне надо коэффициент сделать на длину ножниц, потому что я вот так. Ну, вот. И коэффициент сразу убираем, потому что мы мужчины. Зря ты на, у нас собрал бумаги. Я вообще готов съесть, честно говоря. Я лучше посплю. Все, окей, ребят, давайте, короче, у нас получается сегодня первое место занимает Оксана по домашке. Второе место Анисата, третье место Ваган. Это великолепная тройка. А вот поскольку они просто отнеслись к этому, мы им поставим по семерке. Так, у нас за домашку Оксана, десятка за домашку. Девятка у нас Анисат, Ваган, восьмерка. И Екатерина, семерка. И Эдуард, семерка. Я всю ночь думал, что же с этим делать, потому что, ну, этого нереально будет для создания следующих работ. Ну, и можно сказать, что курс первого, вот этот именно день у нас Мариной усвоен не будет вообще. Я, короче, что решил? Я ей отдал свой манекен. О, так нечестно. Потому что честно, это, потому что у него челка хотя бы сохранилась, а у нее челки нет. У нас сейчас самое основное – это челка. Я постараюсь как-нибудь вытянуть что-нибудь из того, что есть здесь. Она, чтобы продолжила нормально работать. И у нас... спасибо, посмотрите на нее. У нее появился новый мужчина. У меня новый мужчина. Меняет перчатки. Сегодня один, да? Опытный. Опытный, говорит. Главное опыт. Так, и есть еще один момент, ребята. У нас вчера мы запустили, если кто-то смотрел эфир, мы запустили вчера... голосование за домашку. То, как вы справились за 4 дня с тушевкой, кого больше всех впечатлила работа мастеров. И писали очень много, писали абсолютно обо всех. Мне это понравилось, что не было, в принципе, ни одного человека, кого бы не вспомнили. То есть всех вспоминали. Но явным лидером у нас Ваган. Пойдемте запишем его. Это у нас было вот здесь. Ваган.
за то, насколько работает. Поставили ему все десятки, просто кучу. Это 159 баллов суммарно. 159 баллов. А мне понравилось, очень многие в комментариях писали, что, конечно, говорит, вот это сравнение, говорит, месяц и 25 лет, это крутое сравнение такое. Вот, и тебе там народ просто пишет, красавчик, там, молодец. Вот. И буквально с небольшим вообще, вот прям с небольшим отрывом, буквально в 10 баллов, 121 балл суммарно на второе место вышла Анисат, и на третье место вышла Оксана, 110 баллов. Итак, у нас получается по домашке, по тому, насколько исправилась Анисат, второе место, это 9. Но так как Ваган есть, он не дает мне. Не дает, зараза, обойти. Я хоть в списке буду номер один. И получается, Оксана восьмерка. Так, Оксана восьмерка. И знаете, ребят, я от себя, короче, поставлю Эдуарду десятку. Вот, просто бонусом таким. Потому что реально, то, что я увидел на результате, вы сами, наверное, видели, ну, да. Результат налицо. Так, ну а дальше мы начинаем просто работать. Да? У нас масса работы, а для вас еще будут сюрпризы. Поехали дальше. Друзья, я напоминаю, что завтра вы увидите, кто же все-таки из ребят выиграет, займет первое место и получит офигительный приз от компании Urban Sochi. Это магазин-салон, официальный дилер компании Волк. Сегодня, короче, уже предпоследний день, и что-то прям, честно говоря, так задумываюсь уже. Представляете, завтра все. Если кто-то из вас хочет попасть вот именно в подобный формат, именно такой онлайн-трансформатор, видео прокачка мастеров, это будет проходить только в Сочи. Поэтому из всего графика семинаров вот на этом сайте, который можете увидеть на экране, там все расписание, но видео прокачка только в Сочи. Домой хочу. Это когда нам Юра паспорта отдаст? Да просто тебе тяжело этот, климат другой. Климат другой. Почему хочу домой? Потому что соскучился. Хотите там послушать, что говорят? Давай, давай. Вот это вас там прокачивают с утра до ночи. Да вы после этой прокачки будете лучшие парикмахеры Юга России. Где баллы? Покажи мне в таблице турнира. Где там? Покажи, а? Мы тебя всем Суворовским отправляли туда, провожали, забирали. Где восьмерки? Где хоть одна восьмерка? Писала мне 10, 8, 10, 9, 7. Нормально. Он пишет, молодым дорога. Да, еще, ребят, очень много пишут вопросов, когда ближайший семинар, где он будет проходить, поэтому отвечаю здесь и сразу всем. Ближайший семинар будет проходить в городе Москва, он стартует 15 января. Если будут какие-то вопросы по программе, по стоимости, как записаться, пишите вот по этому номеру телефона 8-918-204-95-44. Уважаемые подписчики, а сейчас наконец-таки долгожданный конкурс, призом которым является вот этот замечательный шейвер. Итак, вопрос. Кто из ребят первый получил оценку девятку? Ну что, ребят, всем удачи. Уже завтра мы озвучим победителя в эфире. И этот шейвер может быть стать твоим.